В эфире программа «Новости на русском языке». Здравствуйте! Главные события к этому часу. Генсек СК КПБ Нгуен Фучонг встретился с председателем Государственной Думы Российской Федерации. Польский институт науки и культуры Вьетнама организовал конференцию «Экономика Вьетнама и Вьетнамо-польские отношения». Вьетнам ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов. Сегодня утром в штаб-квартире Компартии генеральный секретарь Центрального комитета КПВ Нгуен Фучонг принял председателя Государственной Думы Российской Федерации, который находится во Вьетнаме с официальным визитом. Лидер Компартии Вьетнама выразил уверенность в том, что отношения между Национальным собранием Вьетнама и Государственной Думой Российской Федерации будут дальше укрепляться и развиваться, и стороны выполнят подписанные парламентами в 2014 году договоренности о сотрудничестве, а также реализуют стратегические проекты и договоренности между двумя странами. Уведомив генсека Компартии Вьетнама об итогах переговоров и встреч с лидерами парламента и правительства Вьетнама, Сергей Нарышкин считает, что отношения между парламентами двух стран хорошо развиваются, а также заверил, что укрепление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом является неизменным приоритетом во внешней политике России. 2 декабря в Варшаве, Польша, Институт науки и культуры Вьетнама университета Аль-Мамир организовал научную конференцию на тему «Экономика Вьетнама и Вьетнамо-польские отношения». В конференции приняли участие польские эксперты, торговый представитель Вьетнама в Польше и представители вьетнамской общины в Польше. На конференции участники дали положительную оценку экономике Вьетнама, которая непрерывно растет. Вьетнам в настоящее время активно интегрируется в мировую экономику и является членом ВТО «АСЕАН АТЭС». Кроме того, Вьетнам в ближайшее время подпишет соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и соглашение о транс-тихоокеанском партнерстве ТПП. Все это привлекает польские предприятия во Вьетнам. Польша заинтересована в Юго-Восточной Азии и сотрудничестве с АСЕАН и Вьетнамом. По этой причине Польша меняет направление своего интереса в сторону Вьетнама. Экономика Вьетнама стабильна. Инфляция находится под контролем. Вьетнам также прилагает усилия для улучшения рынка труда и повышения квалификации кадров. Объем товарооборота между Вьетнамом и Польшей непрерывно увеличивается, достигнув 1 миллиарда 300 миллионов долларов США в 2013 году, что значительно больше, чем 600 миллионов в 2010 году. Роль Польши в ЕС и странах Центральной и Восточной Европы помогла Польше стать входным пунктом для вьетнамских товаров в ЕС. Вьетнамские компании заинтересованы в первую очередь в импорте и экспорте товаров. Во-вторых, в работе в банковской сфере. В Польше в настоящее время Витинбанк работает над открытием своего филиала. А вьетнамская молочная компания Винамилк на днях получила инвестиционную лицензию на строительство центра закупок польских молочных товаров или строительство собственного завода для поддержки молочной промышленности Вьетнама. После России Польша является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в регионе Центральной и Восточной Европы. Правительство Польши в настоящее время предоставляет Вьетнаму ОПР в размере примерно 250 миллионов евро для реализации проектов по развитию промышленности. Страны готовы увеличить двусторонний товарооборот в ближайшем будущем. Согласно только что опубликованной банком HSBC информации, индекс деловой активности в промышленной сфере Вьетнама, PMI, в ноябре резко вырос до рекордного значения за последние 5 месяцев. Индекс PMI – это сводный индикатор, характеризующий состояние экономики в производственном секторе. В ноябре этот индекс Вьетнама вырос до 52,1 пункта. Это указывает на значительное улучшение условий производства в Вьетнаме. Аналитики банка HSBC считают, что объем производства вырос благодаря увеличению покупательского спроса. Конкурентные цены и хорошее качество товаров являются ключевыми факторами, обеспечивающими рост количества новых заказов как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
Производственная активность будет увеличиваться, когда количество новых заказов растет по причине улучшения условий ведения бизнеса в стране и за рубежом. Строительство первой в Вьетнаме атомной электростанции АЭС мощностью 4000 мегаватт является весьма смелым, но вполне выполнимым проектом. Именно такую оценку проекта развития атомной энергетики в Вьетнаме дали вчера эксперты из британского агентства по атомной энергии на диалоговой встрече с представителями управления атомной энергетики Вьетнама. Начальная мощность первой АЭС Колдер Холл в Великобритании составила 50 мегаватт, а мощность первой АЭС Вьетнама, строительство которой скоро начнется в провинции Нинтон, составляет более 4000 мегаватт. По мнению экспертов, этот проект имеет весьма большой масштаб относительно текущего потенциала Вьетнама. Однако выбор времени строительства вьетнамской АЭС гораздо более подходящий, чем было для первой британской АЭС. Я считаю, что это подходящий момент для развития атомной энергетики Вьетнама. Но все должно быть в умеренном темпе в целях обеспечения безопасности во время строительства АЭС. По мнению экспертов, атомная безопасность всегда является самым важным вопросом при строительстве любой АЭС. Международная практика показывает, что вопросами утверждения и выдачи разрешения на строительство АЭС должен заниматься единственный орган. Однако во Вьетнаме такое правило пока не соблюдается. В соответствии с законом об атомной энергии, который был принят правительством в 2008 году, управлением АЭС занимаются разные органы. Из-за этого создаются пробелы и недостатки, за которые никто не несет ответственность в случае возникновения проблем. Самое важное – необходимо четко установить ответственность каждого органа за свое решение и роль в каждом проекте. Кроме того, регулирующие органы должны обладать полномочиями и независимыми правами в мониторинге работы компаний, занимающихся строительством и эксплуатацией АЭС. Представители Министерства промышленности и торговли Вьетнама считают, что Вьетнам находится на первом этапе строительства АЭС, поэтому еще не сформированы ресурсы регулирующих органов. Поэтому для решения этого вопроса требуется дополнительное время. У нас уже есть конкретный план, и мы постепенно его реализуем. Но чтобы достичь такого уровня, как некоторые страны порекомендовали, Вьетнаму необходимо построить как минимум 5-6 энергоблоков. Во время семинара эксперты порекомендовали Вьетнаму упростить процедуры управления и выдачи инвестиционных лицензий, а также повысить самостоятельность компаний, занимающихся эксплуатацией АЭС, в обеспечении ядерной безопасности. Сегодня, 3 декабря, по случаю Международного дня инвалидов, Министерство труда, инвалидов войны и по социальным вопросам организовало торжественную церемонию и объявило о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. На мероприятии присутствовал и выступал вице-премьер страны Вудак Дам. Выступая на церемонии, вице-премьер подчеркнул, что ратификация этой конвенции – это обещание развивать и усиливать деятельность по защите интересов инвалидов. Это также является правовой основой, отражающей решимость Вьетнама в защите прав человека в целом и людей с ограниченными возможностями в частности. Согласно статистическим данным, Вьетнам – страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе с довольно высоким процентом людей с ограниченными возможностями. Всего насчитывается 7 миллионов человек, что составляет 7,8% всего населения. Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов в целях повышения осведомленности общества об их проблемах и содействия мобилизации усилий для их интеграции во все сферы жизни – политической, социальной, экономической и культурной. По этому случаю сегодня в городе Хо Ши Мине прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. Событие привлекло внимание тысяч людей с ограниченными возможностями из города Хо Ши Мина и 15 соседних городов и провинции. На ярмарке 40 стендов предприятий, производственных фирм, центров профподготовки и центров вакансий. Здесь люди с ограниченными возможностями встретились с работодателями, ознакомились с вакансиями и подобрали варианты возможной для них работы.
Работодатели предлагали подходящие для инвалидов вакансии, такие как парикмахер, продавец, маркетолог, мастер по изготовлению сувениров и другие. Ярмарка прошла в течение одного дня и явилась одним из многих мероприятий, проводимых в рамках плана действий по трудовой занятости людей с ограниченными возможностями города Хошимина на период 2012-2020. Уже многие годы люди с ограниченными возможностями сталкиваются во Вьетнаме с многочисленными трудностями при поиске работы. Причиной тому является то, что большинство из них не удовлетворяет всем требованиям работодателей. Или у этих людей отсутствует информация о подходящих вакансиях. Благодаря проекту по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, эти люди получили и получают необходимую помощь в поиске работы и улучшении своей жизни. Кюй Минь в настоящее время работает мастером по редактированию фотографий в SOFLOW. Одной из компаний в области разработки и программного обеспечения с иностранным капиталом. У Тхуйминя врожденные дефекты ног. Уже 9 лет она не могла найти себе стабильную работу, но теперь все изменилось. На работе есть такие же люди, как и я, которые очень сочувствуют мне. Здесь я чувствую себя веселее и могу поделиться своими мыслями. Для меня счастье – это проснуться утром и идти на работу. Туй Минь – одна из тех, кому успешно помог проект по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, проводимый агентством по международному развитию США и центром вакансий города Ханоя. Люди с ограниченными возможностями с трудом находят нужную информацию при трудоустройстве. Например, они не знают, где можно пройти курсы по профподготовке, как найти и устроиться на подходящую работу. Эта модель принесла хорошие результаты. Сегодня Тхань Хэнг пришла в центр вакансий города Ханоя, чтобы подать анкету. 8 лет назад она попала в аварию, в результате чего на всю оставшуюся жизнь осталась прикованной к инвалидной коляске. На протяжении 2 лет после случившегося Тхэнь Хэнг не могла найти себе работу. Она надеется, что в этот раз, благодаря помощи со стороны центра вакансий, у нее больше шансов. При поиске работы у меня возникает трудность. Не имею достаточной информации о своих работодателях и о их требованиях. Такие центры вакансий предоставляют нам нужные сведения о работодателях. Проект по трудоустройству людей с ограниченными возможностями создает мост между инвалидами, центрами профподготовки и предприятиями. В рамках проекта проводятся курсы по обучению работников мягким навыкам и другие. Самая главная цель для нас при реализации этого проекта – это содействовать всестороннему развитию Вьетнама. Именно поэтому в ближайшие 5 лет Агентство по международному развитию США будет продолжать реализовать проекты для инвалидов и малоспособных слоев населения. Например, это люди с ВИЧ-инфекцией или инвалиды. По данным Ханойской ассоциации инвалидов, всего 16% из более 5 миллионов человек с ограниченными возможностями по всей стране имеют работу и получают доход. Таким образом, эта модель не только помогает этим людям справляться с трудностями при трудоустройстве, но и лучше интегрироваться в общество. Дети, страдающие умственной отсталостью или физической инвалидностью, получают непосредственную помощь в интеграции в общество. Такая работа проводится в школах провинции Фуен с начала учебного года. Хотя пока не удается выполнить все намеченное, многие дети-инвалиды вместо спецшкол теперь ходят в обычные школы. Составление индивидуального расписания для детей с речевой отсталостью. Применение особых способов вмешательства для того, чтобы дети могли освоить знания и проявить себя. Все это – часть программы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, проводимой Центром содействия образованию и интеграции детей-инвалидов провинции Фуен с начала этого учебного года. Спустя всего 2 месяца у этого мальчика уже наметился заметный прогресс. Раньше этот мальчик не мог говорить, он использовал жесты, когда хотел что-то либо объяснить. Но прошло всего более месяца, и у него получился огромный прогресс. Мой ребенок стал лучше учиться. Наша семья этому очень рада, и мы надеемся, что он и впредь будет стараться. Сейчас в провинции Фуен около 30 детей-инвалидов ходят в обычную школу.
Раньше они учились в Центре содействия образованию и интеграции детей-инвалидов. Однако каждую неделю учителя из центра продолжают работать с ними, чтобы дети не отставали от учебной программы. Детей с ограниченными возможностями, особенно умственно отсталых, очень трудно учить. Но после того, как получили помощь от центра, мы добились хороших результатов. Ведь, как правило, учителя обычных школ не готовы обучать таких детей. Следует отметить то, что не только дети из Центра содействия образованию и интеграции получили помощь, но и также на 20 детей из близлежащих районов распространяется программа помощи. Многие дети с ограниченными возможностями по всей территории нашей провинции нуждаются в образовании и помощи в интеграции. Но в центре есть только 2 учителя. Мы очень надеемся, что в будущем у нас будет большая команда учителей, чтобы мы могли работать во многих местах. Эта программа не только приносит пользу детям с ограниченными возможностями, но и предоставляет учителям необходимые знания для преподавания этой группы учеников, что имеет важное значение для того, чтобы дети-инвалиды смогли быстро интегрироваться в общество. Далее в программе. Посольство Вьетнама в России поздравило посольство Лаоса с 39-й годовщиной Дня независимости Лаоса. Состоялся конкурс «Король поваров среди мужчин». По случаю 39-й годовщины независимости Лаосской Народно-Демократической Республики 2 декабря делегация сотрудников посольства Вьетнама в России во главе с послом Нгуен Хань Шоном посетила посольство Лаоса в Москве и поздравила его сотрудников с национальным праздником. Поздравив посла Лаоса в России Ткен Буфа и сотрудников посольства с национальным праздником, посол Нгуен Хань Шон высоко оценил достижения лаосского народа за 39 лет независимости. Он подчеркнул, что Вьетнам всегда придавал и придает особое значение укреплению традиционных отношений дружбы и сплоченности, расширению всестороннего сотрудничества с Лаосом. Посольство Вьетнама и Лаоса в России регулярно организовывает встречи в рамках АСЕАН и международных форумов. Посол Лаоса Тхен Буфа искренне поблагодарил вьетнамскую делегацию за поздравление, которое стало конкретным выражением тесных двусторонних отношений. Посол выразил уверенность в дальнейшем углублении и укреплении вьетнамо-лаосских отношений и готовность продолжать прилагать совместные усилия во имя содействия развитию отношений двух стран. 40 лет поиска родины своего мужа. Таково желание лаосской женщины Чанхэ Бунхидет, которая сейчас проживает в Вьентьяне. Ее муж относится к первому поколению вьетнамских солдат-добровольцев, которые сражались в Лаосе. Недавно она наконец добилась своей цели. Месяцы и годы в поиске и есть доказательства тесных отношений между поколениями народов наших стран – Вьетнама и Лаоса. Улыбки и слезы. Эта маленькая деревня в провинции Фуен уже не та деревня, которую Чанхэ Бунхидет видела в последний раз в 1976 году. Многие из тогдашних ее жителей уже нет, а из молодых никто не знает эту женщину. Все произошло как в чудесном сне. Она оказалась среди родственников своего мужа, Хо Виттама, и рассказывает всем о нем. Я очень рада, и для меня большая честь оказаться здесь. Хотя мы из разных стран, но здесь я чувствую себя как дома. В 1950 году Хо Виттам был среди первых вьетнамских солдат-добровольцев в Лаосе. Он работал в качестве военного специалиста в этой стране почти всю свою жизнь. Сражался и жил среди и вместе с лаосскими народами. Он был политическим заключенным в тюрьме Кондау и после, из-за увечий и серьезных ранений, скончался в 1987 году на лаосской земле. И в течение 38 лет Чанхэ мечтал о том, чтобы найти его малую родину.
Пока я жива и возраст позволяет, я решила, что надо найти его родину. Для меня деньги не главное, а главное – семья. Поэтому я очень рада, что нашла его семью. Я горжусь, что у меня такой брат. Вьетнам и Лаос – это братские страны. Дети Чан Кхеп теперь узнали родину своего отца. Это маленькая деревня в центральном Вьетнаме. Они могут разговаривать на двух языках – лаосском и вьетнамском. Весь в их жилах течет кровь двух народов. Я никогда не думала, что увижу родину своего дедушки. А сегодня это действительно сбылось. Вечер во вьетнамской деревне. Спокойствие воцарилось в душе этой женщины, так как теперь ее дети знают о своей второй родине и о своих корнях. Их дети и последующие поколения навсегда сохранят эти родственные узы. Вчера в Ханой состоялся 5-й съезд участников патриотического соревнования среди вьетнамских ветеранов войны по случаю 25-летней годовщины со дня создания Ассоциации вьетнамских ветеранов войны. В съезде приняли участие более 500 человек, в том числе проживающих за рубежом, а также ветераны войны из других стран. Укрепление традиционных отношений с Лаосской и Камбоджийской ассоциациями ветеранов войны является одним из результатов, способствующих активизации народной дипломатической деятельности Ассоциации вьетнамских ветеранов. Мы очень тронуты, что вьетнамские ветераны войны развивают патриотические и трудовые традиции, что является для нас примером. Когда приедем домой, мы тоже запустим такое движение среди лаосских ветеранов. В этом году в съезде принимают участие вьетнамские ветераны, которые проживают в Германии и Польше. Для них это является возможностью получить информацию об ассоциации ветеранов на родине. Я был очень тронут, когда на съезде представили ветеранов, которые стали успешными бизнесменами, и во всех движениях ветеранов войны всегда выступают первопроходцами. Они поддерживают друг друга. Я горжусь ими, и мы будем брать с них пример. Ассоциация вьетнамских ветеранов войны, проживающих за рубежом, немного из-за того, что они созданы без поддержки со стороны вьетнамского государства и действуют исключительно на добровольной основе. Участники нашей ассоциации всегда поддерживают друг друга. Они приехали из-за рубежа, но до сих пор наша ассоциация не была признана. Я надеюсь, что власти Вьетнама официально признают нашу ассоциацию. Я считаю, что члены Ассоциации вьетнамских ветеранов войны должны обратить особое внимание на вьетнамских ветеранов, проживающих в Германии, Польше, Восточной Европе и Франции. Там ветераны тоже хотят постоянно собираться, чтобы вспоминать о своей молодости. Надеюсь, что будут созданы механизмы, которые разрешают нам принимать непосредственное участие в таких встречах, а наша организация получит официальное признание. Неважно, где проживают вьетнамские ветераны, если они объединятся, то они будут вносить активный вклад в дело ликвидации нищеты и бедности, а также в социально-экономическое развитие страны и великого единства народностей Вьетнама. Поэтому в ближайшее время для укрепления связи между вьетнамскими ветеранами, проживающими в стране и за рубежом, необходимы конкретные реальные механизмы и программы, позволяющие им поддерживать эффективную деятельность. Вчера в Ханое впервые во Вьетнаме состоялся конкурс «Король поваров среди мужчин». Особенностью этого конкурса является то, что участники соревновались не ради победы, а для распространения послания «Не указывай пальцем, а иди на кухню и готовь» в рамках кампании «Действуй ради ликвидации насилия женщин и детей». Подробно об этом в нашем репортаже. Сегодня вместо офисных костюмов сотрудники и мужчины из разных организаций ООН во Вьетнаме одевали на себя халаты для кухни.
Каждый участник конкурса выглядит уверенным, выбрав для себя тактику приготовления самых вкусных блюд для женщин. Сегодня здесь потрясающая атмосфера, очень весело. Я верю в нашу команду и не сомневаюсь, что мы победим. На конкурсе не важно, победишь или проиграешь. Самое важное, что каждое блюдо дает послание о ликвидации насилия в отношении женщин. Однако испытания на кухне непростые. За один час участники должны приготовить 3 блюда – сырое, жареное и десертное. В то время как мужчины трудятся на кухне, женщины сидят, обсуждают и болеют за участников конкурса. Мы, женщины, очень рады и счастливы, когда мужчины готовят на кухне, потому что они делятся с нами домашними делами. И то, что мужчина готовит на кухне, это приносит нам и родным людям большую радость. И, наконец, мужчины завершили свою задачу. Оценка является просто моральной поддержкой участникам. Но значимый подарок, который они выиграли сегодня, это сочувствие и понимание своих любимых женщин в домашних делах. Сегодня потрясающий день взаимосвязи между мужчинами и женщинами. Сами готовя на кухне, мы больше понимаем тяжелый домашний труд женщин. Обычно у нас мужчин на работе уже много дел, но дома мы можем поделиться с женой домашними делами, чтобы быть ближе к своей семье, уделить больше свободного времени жене, чтобы она отдыхала или получше заботилась о детях. Современный мужчина должен уметь и не стесняться готовить, если, конечно, у мужчины есть свободное время. Помогайте жене и вместе с ней занимайтесь домашними делами, и тогда у вас будет счастливая семья. А сейчас прогноз погоды на завтра, 4 декабря. На этом завершается программа. Для пересмотра наших выпусков заходите на сайты, указанные на экране. Спасибо за внимание и до встречи!